Всем привет, друзья, с вами Малдер, и у нас Зов Ктулху. Блять, опять чуть не забыл. Постоянно фарю название игры. Ладно, в общем-то, в прошлой серии, случился не один затуп, но мы с вами успешно решили все загадки, все хорошо у нас. Также, каким-то образом, наш разум переместился в тело Мари Колден, той самой медсестры. Мы находимся в Риверсайдском институте. Мужик, потихоньку превращающийся в рыбу. Срет он прямо здесь. Ладно, поехали. Нам надо по заданию пробраться в кабинет Фуллера, главврача, и найти какие-то доказательства. Что тут у нас? Неизвестное лекарство. Судя по остальным, оно обладает сильным побочными эффектами. Какими побочными эффектами обладает данное лекарство? Неизвестно. Опять же, медсестра, наша помощница. Слушай, блять, тут палата-то охренеть какая. У меня зажигалки нет никакой. А где у нас кабинет Фуллера? Нам надо пройти туда незамеченный. Именно незамеченный. Какая несправедливость. Это нечестно. Медсестра чем-то явно недовольна. Тут помывочная. Ванны стоят, это что такое? Хуй знает, тут, видать, пациентов привязывают, может быть, в сидячем положении их моют. Это что за крышка и вырез под голову? Или под жопу? Неизвестно. Ладно, пойдемте. Кран. Эта штука довольно капризная, если я правильно поняла. Кран. Штука довольно капризная. А мы можем с ней поговорить, погоди-ка. Элизабет? Как ты? Почему эта комната в таком состоянии? Не потому, что я, как всегда, убираю в ней сама. А воду сегодня утром опять отключили. Мне снова пришлось побеспокоить миссис Донован и дать ей повод поужинать. Что? Поунижать, господи. Поунижать меня. Рыжая. Держись. Тебе и в самом деле нужна миссис Донован, чтобы открыть кран? Я не могу принимать такие решения без ее одобрения. Представьте, что, как бы то ни было, котельная почти все время закрыта. И каждый раз, когда воду выключают, я должна идти к ней и терпеть ее брань. Пока она не устранит проблему. Понятно. Не унывай, Элизабет. Спасибо, доктор. Блять, почему я читать-то через это самое? Успевать перестал. Некоторые фразы... Окончание фраз действительно как-то быстро пролетают, пролистываются. Жалко, что тут самому нельзя пролистывать вот эти вот диалоги. В некоторых играх там скажет человек, надо что-то нажать, допустим, пробел. Следующий диалог идет. Ну, редко такое бывает. По-моему, вот я сейчас помню, что в Готике третий такое был, это точно. Так, пошарахаемся мы по больнице. Что такое? Это какая-то... Так. Какой-то офис? Приемное отделение? При нем. А вон еще одна медсестра. Папка. Стоп. Справочник по медицинским наукам. В этой книге, как в словаре, в алфавитном порядке перечислены все методы лечения, известные и практикуемые в современном мире. В каждой статье указаны крупнейшие труды по теме и наиболее авторитетные имена. По-моему, мы это вроде бы читали даже уже. Блять, я сейчас заблужусь, по-моему. Это в коридор. Давайте откроем дверь. Я надеюсь, она не закроется. Администрация, ванная комната. Мужская. Наводит на мысль, значит, где-то есть женская. Здесь нету ни хрена. Ну ладно, хоть на улице день. Светло достаточно. Все видно. Хорошо, пойдемте дальше.
Она ведьма, старая корга. Нам надо искать Бэфром Мэн. Я ж не буду это читать. Хо! Лежит, блядь. Я что-то тебя не заметил, чувачело. Кто ты? Хроническая бессонница, как и у половины острова. У чувака хроническая бессонница. И мы, кстати, несколько серий назад одному пациенту, когда играли за Эдика Пирса, притаскивали снотворными. Прошу, грудь! Растет, что ли? Вливание разбавленного физраствора, мне кажется, не помогает. У него фибрилляция желудочков. И чего? Так. Сестра? Дебра, помогите мне, пожалуйста. Уровень калия слишком высок. Замените на 2% раствор глюкозы с инсулином, кальцием и бикарбонатом натрия. Немедленно этим займусь. Спасибо. Он в ваших руках. Угу. Там еще пациенты. Игра сохранена, кстати. Игра сохранена. Замечательно. Надо всех больных, что ли, осмотреть? Сенная лихорадка? Что он тут... Сенная? Что за сенная, сенная лихорадка? Что он тут делает? Хер, спит, блядь. Что он тут делает? Камин. Ага, тут дверка открыта у нас. Здесь что? Мужик. Он сломал спину в результате несчастного случая в доках. Все, ты не жилет, значит. Китобойная станция. Что со мной? О чем вы говорите? Доктор, это вы? Да, это доктор Колден. Расскажите мне, что происходит. Это все старая китобойная станция. Видите? Чего я вижу-то? Бутлегеры, расскажите мне об этом. Что там произошло? Что вы там видели? Вообще ничего. Пол весь прогнил, и я провалился. Так вы и сломали спину. Наверное, понятия не имею. Потерял сознание. Все? Еще немного посплю. Вставай, блядь. Стоп, стоп, стоп. Не, он больше не хочет с нами базарить. Ну ладно. Нам надо всех осмотреть. Баба! Ты погляди, у них тут... Больше на куклу похоже, конечно. Медкарта Ирен Сандерс? Да ты что? Почему никто мне не сказал, что ее поместили к нам? А что она тут делает? В карте описывается состояние, в котором Ирен Сандерс поступила в Риверсайдский институт, а также лечение, которое ей было назначено. Фуллер дописал примечание. Он рекомендует перевести ее в психиатрическое крыло, чтобы обеспечить необходимую ей тишину и покой. А я смотрю, что ты рожа-то знакомый. Ты погляди-ка, точно? Иришка Сандерс. Миссис Сандерс? Да она, по-моему, умерла. Умерла и даже не дышит. Ну нет, наверняка живая. Притворяется. Симулирует, блядь. Так, это баба? Или мужик? Не понятно. Опа. Она недавно переведена из хирургического блока. Судя по ее карте, нефректомия была неизбежной, но Фуллер сумел спасти почку. Баба, значит, и бабы, и мужики лежат в одной палате. Бля, что я тут хожу? Я вот сам не понимаю. Зачем? Что мы тут пытаемся найти? А что-то ведь найдем обязательно. Ключ! Что ключ от котельной делает здесь? Ты погляди-ка. Ключ от котельной. Так бери его, ты чё? Я не ожидал найти его здесь. Так бери ключ от котельной. Судя по всему, судя по трубам, нам надо сделать какой-то перепад в давлении. Блять, не хочет она брать ключ? Никак. Чтобы рванула труба. Интоксикация от вдыхания органических паров. Эй, токсик. Токсик, блядь. Еще одна медсестра. Блять, народ, тут ты здесь сколько, а?
И каждый ведь надо осмотреть. Снова бессонница. Нужно понять, почему она так часто встречается. Кофе много пьют, блядь. Вот почему так часто. А тут нет вообще никого. Кофе жрут ложками. Вместо того, чтобы водой разбавлять. Что ты скажешь, женщина? Доктор Колден, ну вот вы где. Ну, наконец-то. Этого пациента опять перевели в психиатрическое крыло. Мы проводили назначенное вами лечение, но дисгевзия не проходит. Мы не смогли его перевести. Из-за стресса у него началась сильная аллергия. Сэр, я должна осмотреть вас, вы понимаете? Вколоть ему дозу пентабарбитурата, блядь, барбитурала. Внутримышечно. Бербут. Сука, эти, блядь, словечки медицинские, хер выговоришь. Что такое медицина? Не все кровавые раны перебинтованы. Не все. Он так сильно прикусил губу, что она до сих пор кровоточит. Белая пена, очевидно, из-за обильного слюноотделения. Итак, доктор, что мы будем делать с этим пациентом? Да хуй знает, что. Выкинуть в окошко, чтобы не занимал койку. Так, я не знаю, что ему еще можем сделать. Это не ответ доктора. Что, блядь, за ответ? Что за доктор такой, если не знает, что нам делать с этим пациентом? Продолжим обрабатывать раны. Вот. Вы хорошо потрудились. Транквилизатор начал действовать. Теперь можно дезинфицировать и перевязывать раны. Спасибо, доктор. А что с потерей веса? Я дисгевзии... Я пропишу... Что-то... Внутривенное кормление? Короче, ладно. Игрушка сохранена. Великолепно. Что-то еще мы... тут можем осмотреть... Блять, ничего тут нету. Вот, что-то вы... Значит, надо запомнить. Ключ от котельной лежит где-то тут. Тута. Мумия. Мумия. Здесь. Хорошо. Побежали дальше. Ну, это, наверное, типа вот... приемного покоя, что ли, нет? Непонятно. Пациенты... Джентльмены, я могу вам помочь. Мы ждем новостей по поводу нашей матери, Морин Хардинг. Она поступила сюда с почками. С тех пор мы ничего о ней не слышали. Я ее видел, с ней все в порядке. Я смотрел ее. У меня хорошие новости. Ее анализ крови меня обнадежил. А почки как новенькие? Мы говорим об одном и том же человеке? Это же чудо! Она пока приходит в себя после операции, но вы сможете поговорить с ней после пробуждения. Ох, спасибо, доктор, вам огромное. Мы подождем, когда она проснется. Мы все равно сидим здесь все утро. Ну, сидите дальше, нахуй, если делать нечего. Что это? Китчен. Китчен, что у нас тут на китчене есть? Так, какой-то таз с баландой. Пациенты и персонал в больнице питаются одним и тем же. Ну, все правильно, а как иначе-то? Значит, врачи будут икру красную жрать, а пациенты он баланду? Ну, ладно. Без мяса. С этой самой, из капусты. Шкаф. Блядь, только нет опять, только не прятаться. Я терпеть не могу все эти стелс-игрушки, блядь. И последнее столкновение с каким-то созданием в прошлой серии, честно, немного напрягло. Сортир мой. Так, ты что тут? Поосторожней воды, доктор. Что, поосторожней? Утонуть могу? Вряд ли. Да ладно, врешь. Я не шучу, я видел графики дежурств. Она снова... И снова одна... Она снова одна в ванной. И она до сих пор ничего не сказала старой ведьме Донован. Ах, ты бы себя послушала. Ах, ты противная девчонка. Ты не сказала. Такое впечатление, что она просто не смеет ей рассказать. Эта глупая гусыня позволяет вытирать от себя ноги. Ну что ж, по крайней мере, какое-то время нам не придется делать уборку. Будем ждать и смотреть, как вода отключится в следующий раз. Просто цирк. Угу. Медицины тайной науки. Все, мы тут, блядь, читать не будем. У нас все равно с этого прокачка не идет. Пока что. Мы же играем за Мэри.
А не за Эдика. Блядь, где этот кабинет-то, ёпта мать? Фермаси. Что такое фермаси? Наверное, аптека, что ли? Фармакология. Рецепт. Дозы, которые назначает Фуллер, слишком высоки. Рецепт на барбитураты, выписанный доктором Фуллером. Рецепт на барбитураты. Омо делинквенте. В своей псевдонаучной книге Чесарре Ламбозо демонстрирует связь между морфологическими признаками инвалида и его преступными наклонностями. Пропустим. Так, дамочка, у нас кончается это лекарство. Я знаю, доктор, мы отправили бланк заказа, но миссис Донован его отклонила. Снова. Вы ничего не можете сделать? Донован получает инструкции напрямую от доктора Фуллера. Боюсь, сейчас я ничего не смогу сделать. Ну, прекрасно. Ну-ка, съебал она. Здесь что такое? Еще что-то лежит. Мы уже несколько дней ждем пополнения запасов. Несколько дней ждете пополнения запасов. Ну, нет, я что, застрял? Ну, женщина, ну, съебала бы ты отсюда, а? Дай мне выйти. Вот просто дай выйти, сучка. Ну, блин, неужели наша Мэри такая толстая, что... этот проход не убирается. А я помню такую хрень в Советском Союзе. В магазинах чеки на такой же гвоздь насаживали. Так, 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 так. Здесь мы были. Я, честно, немного потерялся. Здесь мы были, хорошо. Ну-ка, идем сюда вот. А это что тут валяется? А кабинет тем... бойлерная. А кабинет-то тем временем мы так и не нашли. Закрыто. Мне нечего делать в котельной. Как нечего делать? У тебя ключ, между прочим, там валяется в котельной. А это что за комнатушка? Администрация. Ну, в администрации мы были. Стоп, 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 стоп. Подожди, куда это ты? Доктор Колден, миссис Донован. Никто не должен заходить в кабинет доктора Фуллера. Я не беспокойтесь, я ему не скажу. В этом нет необходимости. Спасибо. Тем не менее, все же я ему доложу. Ах ты тварь, блять. Отвлеките Донован, отключите воду. А потихоньку, если. Ну все, 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 это мы пропускаем. Тебя жожу, блядь, маслом что ли намазали? Старая Грымза. Все, нашли мы кабинет, отлично. Надо отвлечь эту старую Грымзу путем отключением воды. Бойлерная. Сейчас мы все тут начудим в этой бойлерной что-нибудь. Стоп. Бойлерная вот у нас. Дверь котельной закрыта. Где же я видел этот ключ? Ах да, в кабинете в блоке Б. В кабинете в блоке Б. Вот где вот этот блок Б? Я уже забыл. Этот сортир моет. Кухня. Вот кабинет. Блок Б. Б. Вот здесь, в этом столе, да? У нас как раз есть ключ. Ключ от котельной. Открывает дверь в котельной. Блять, а ты... Вот... Ключ от котельной. Нужно выключить воду и надеяться, что Донован заглотит наживку. Ну почему ты вот, Мэри, сразу-то не взяла этот ключ? Объясни мне, пожалуйста. Вот взяла бы ключ, мы бы сэкономили столько много времени. Целых, наверное, минуты три. Ванна. Погодите, блять. Вот, бойлерная. Погнали. Ох ты ж, бляха. Это что такое? Бойлерная. Перекроем воду сейчас, да и все, да? И бежим отсюда. Ну, блядь, ну скажи, силов что ли не хватает? Ёб твою. Голыми руками кран не закрыть. Нужен какой-то инструмент. Ёб твою. Ну где мне взять-то инструмент? Инструмент. Вот, молотком он ебануло. Поэтому...
Вертушко. А какой инструмент? Ты хоть... Найти подходящий инструмент. Я вот нашел подходящий инструмент. Вон лом лежит, блядь. Труба какая-то. Чем не подходящий инструмент? Что за глупости? Вон еще труба какая-то. Найти подходящий инструмент. Ёбань, блядь. Ладно, пойдемте дальше. Тут мужики курят. Тебе что надо? Тебе ничего не надо. Газетки. Тут народ-то много так-то. Это что? Томас Фуллер, МД. Еще какой-то кабинет. Будем надеяться, я смогу пройти через офис администрации. А там это Грымза стоит как раз. Хорошо. С кем-то поговорить можно? Здесь что такое? Блядь, тоже закрыто. В операционную невозможно войти после операции. А там он чувак, что ходит, блядь, тогда. Еще какой-то кабинетишко. Да. Еще какой-то кабинетишко. Это регистратура? Типа того. Ресепшн. Ресепшн, блять. Регистратура. Так. Обычно ключ от котельной мы вешаем сюда. Да я уж нашел его. Доктор Фуллер всегда носит ключ с собой. Я уж нашел шкаф, опять же, где можно спрятаться. История болезни Эдварда Пирса. Что за история болезни? Я только приехал на этот остров. Эдвард Пирс, его карта не заполнена. Что Фуллер с ним сделал? А, это, наверное, карту просто заполнили. Но завели, скажем так. Это очень странная карта. Она не полностью заполнена, и в ней отсутствует информация о лечении. Стандартные требования не соблюдены. Вон оно что. Что такое, блядь, чудо? Игрушка затормозила. Так, женщина, что ты можешь сказать нам? Спасибо вам за помощь, доктор. Спасибо. Все? Я пойду. На здоровье, блядь. На здоровье. Шкаф. Ну-ка, может быть, в регистратуре мы что-нибудь узнаем? Полезного. Машинка печатная. Звоночек. Доктор Колден. Все? Вот это, блядь, поговорили. Чем же нам открыть этот сраный кран? Это маленький тихий городок. Проходят дни, похожие друг на друга. Я хотел добиться большего, но... Но что ты делаешь в больнице, чувак? Маленький городок. Не понимаю, почему нас заставляют так долго ждать. Тут почти нет пациентов. Блять. Бюрократия. Заполнение кучи бумажек. Что ты хотел? Ну, в каждой больнице так, в каждой стране, наверное. Итан. Мэри, что вы тут делаете? Жду лекарства, конечно же. А что? Да, чувак, а ты что здесь не делаешь? Вы не умеете лгать. Почему вы вместо этого не пришли ко мне? Он что-то тут, блядь, мутит. Это же не он. Его же убили. Я пропишу вам что-нибудь. Почему вы ко мне не пришли? Я думал, мы доверяем друг другу. В самом деле, Мари, вы можете поклясться, что не сделаете ничего безрассудного. Именно поэтому я не буду вам лгать. Я вас уважаю. Я должен что-то узнать. Лучше расскажите мне о ваших симптомах. У меня кошмары. Они не дают мне заснуть каждую ночь. Я знаю, звучит глупо, но они просто ужасны. Вообще-то вы не один такой. Нет, один. Никто никогда не видел того, что вижу я. Я словно схожу с ума. Похоже на какую-то болезнь. От этой болезни страдает столько людей. Это как эпидемия. Думаете, это как-то связано с работой Фуллера? Я пока не знаю, но скоро выясню. Все на острове мучаются кошмарами. В самом деле... У нас больше не осталось лекарств. Тогда прошу прощения. У вас, наверное, много работы. Берегите себя, Этан. И вы себя, Мэри. Все, он свалил. Почему ты опять сел на лавочку, чувак? Все в порядке, Этан? Да, я просто... Я знаю, мне пора.
Я буду работать допоздна. Хорошо. Так вали домой, чё ты тут сидишь-то? Чё-то тут он мутит. Ну куда ушла моя невеста? Надеюсь, эти психи перестанут нагружать ее работой. А кто твоя невеста? Выход. Могу выйти? Я не уйду, пока не узнаю, что же прячет Фуллер. Что же прячет Фуллер? Блин, надо нам какой-то... какую-то монтажку. Что тут написано? Хоукинс Винг. Какие-то крылья, блядь. Крылья Хокинса. Блядь, ну чего нам вот взять-то? Я на примете даже не видел ничего полезного, что нам могло бы пригодиться, если честно. Регистратура. Здесь мы были, здесь появились. Сюда мы ходили, сюда ходили. Здесь ванна. Здесь ванна. Опа. А здесь я... ответ наверняка спрятан в кабинете Фуллера. Это тоже, что ли, выход? Как бы. Администрация. Какой-то склад надо найти или еще что-то. Так, тут только мензурки. Мензурки. Вот, ну почему? Что такое? Почему я не могу ничего тут сдвинуть? Инструмент. Найди подходящий инструмент. Что, блядь, за подходящий инструмент? В душе не ебу. Вот молоток есть, подходящий инструмент. Молоток и куча железяк на полу. Тарелка вон даже есть какая-то. Не знаю, блядь, что делать. Мужик сидит тут, в конце концов. Попроси его, ты же баба, блядь. Гримзе здесь у нас находится. Ну, с Гримзе бесполезно о чем-то базарить. Она состроит рожу. И никуда нас, конечно же, не пропустят. Швабра, блядь. Смотри-ка. Блядь, тоже не подойдет. Швабра, где мы вот еще не были с вами? Ну, здесь мы все уж обыскали. Ничего тут полезного нету. Только закутки какие-то непонятные. Кстати, у меня такое ощущение, что на улице темнеет, блядь. Имеется в виду в игре. Так, опять мы здесь. Опять мы здесь. Что же нам найти? Кабинет Фуллера. Погоди-ка, а с... ну здесь я никак не пройду. Невозможно пройти после операции. Затуп! Очередной затуп произошел. Хорошо. Что, блядь? Surgical Ward. Ward. Может, у тебя что есть? Вот, лампу, блядь, возьми и все. Доктор Колдон? Да, блядь, не надо мне от тебя ничего. Ну, ёб твою мать. Шкафы все закрыты, швабру она взять не может. Ресепсионистка тут стоит, блядь. Ресепсионистка. Ну, мы тут все обошли по кругу. Вот здесь выход, блядь, здесь нам делать нехера. Тут мужики что-то ждут. И мусор. Какой, блядь, инструмент нам надо найти? Отключите воду. Я не знаю. Я не знаю. Может быть, опять же, здесь что-то мы можем, сможем найти? Швабра. Лестница. Нет, тут нихера нету. Вообще ничего. Сух, я, или, может быть, я не вижу просто. Что нам можно взять? Чувак, кстати, ожил. Он шевелится, блядь, смотри-ка. Торопиться тоже вот в таких ситуациях как бы нельзя. Иначе точно что-нибудь пропустим. Так, это покуривает. И стряхивает пепел в кашу. Молодец. Здесь тоже нету ни хера. Ложка. Половник, люблю чуть такой. Непонятно.
Опа, еще одна дверка. Что здесь такое? Еще что-то нашли. Смотри, сортир, бляха. Дерги за веревочку. Не хочет. О! Подожди, а тут же... Мы тут были, чувак мыл. Пол, что тебе надо? Эй, ну, куда ты залез? Доктор Колден. Все. Все, идем. Закрывать кран, перекрывать воду. Найти бы только нам еще теперь... А, вот там. Здесь у нас находится котельная. Давай, перекрывай. На нахуй. С таким звуком кого-то труба, блядь, сломалась напополам. Я виноват перед Элизабет, но мне нужен отвлекающий маневр. Я виноват перед Элизабет. Так, Гримза ушла? Может, ей что-то сказать надо? Эй! Ну, у тебя и ржа, блядь. Ну, я воду-то перекрыл. А почему она не уходит-то? Вернуться к Элизабет нам надо. Вернуться к Элизабет. Бэфром, вот. Доктор Колден, кажется, у нас проблемы с водой. Я как раз хотел об этом сказать. Похоже, ее снова отключили. Я больше так не могу. Мари, я сейчас взорвусь. Ты не виновата в том, что у нас плохие трубы. Но накажут все равно меня, потому что мне придется ругаться с этой старой ведьмой. Не унывай, Элизабет. Вот так. И на этот раз придержи язычок. Игра сохранена. Великолепно. Что тут нам надо сделать? Эта штука довольно капризная, но если я правильно поняла... Чего ты правильно поняла? Гримза. Гримза где? Вон она идет. Или это не она? Не, не она. Бля, где кабинет-то? Ёпты мать, потерялся. Погоди, погоди. Погоди, погоди. Администрация. Во, она ушла, слушай-ка. Побежали. Наконец-то. Пропавшие карты должны спрятаны где-то здесь. Должны быть спрятаны где-то здесь. В столе. Где, блядь, еще-то? Нет? Вот тут. Психологические исследования. Синдром Стендаля. Конечно же. Вот где Фуллер нашел диагноз Фрэнсису Сандерсу. Исследование синдрома Стендаля достаточно редко... Стендаль или, блядь, хуй знает. Достаточно редкое психологическое... психическое заболевание. У страдающих от этого синдрома людей появляются психические отклонения, связанные с воздействием произведения изобразительного искусства. Во всем виноват синдром Стендаля? Бляха-муха. Ничего себе. Вот это синдром, вот это я понимаю. Лучше пойти другим путем. Где же книжку-то ты... Книжки ты все держишь, бумажки свои. Тоже закрыто? Как так, блядь? Кораблик. Что-то с этими мачтами не так. Это какая-то головоломка. Ух, блядь. А что мне надо сделать? С мачтами. Повернуть, может быть, как... А, все, понял. По ветру, наверное, повернуть. Так. Хуяк. Я что-то открыла. Карты пациентов. Я была права. Это легчайшая загадка. Сцилла, кстати, корабль называется. Мы о нем уже неоднократно слышали. Интервью с Сарой Хокинс. Этот цилиндр был спрятан в офисе Фуллера. Он записывал свои соображения по поводу одного из множества сеансов психоанализа, которым он подвергал Сару Хокинс. Вот как раз мы тут можем послушать цилиндр-то. Ну-ка. Заключение. Сеанс номер 17. Пациент Сара Хокинс. А я ходить могу? О, нихера себе. Пациентка, похоже, наконец-то смирилась с иллюзорной природой того, что она называет мифом. Очевидно, что ее необычный бред – это цена, которую ей приходится платить за исключительный дар.
дальше. Начинаем что-то искать. Вот, какая-то улика. Баночка, баночка. Этот палец принадлежал женщине. Зачем хранить его здесь? Не знаю, что он с этим пальцем, блядь, делает. Почему доктор Фуллер пишет психологический отчет о Саре Хокинс? Поначалу я предлагал, что ключом ко всему является ее кровь. Но я не нашел ничего, что объяснило бы способности миссис Хокинс. Ну-ка, подождите, давайте-ка осмотрим. Осмотрим тут все. Печурка, сцилла. Сцилла. Нет, тут больше ни хрена нету. Какое-то лекарство, опять же, снотворное, что ли, какое-то? Бедняги внизу. Не единственные пациенты Фуллера. Потом пришел взбешенный Джеймс. Чарльз что-то от него скрывал. Полагаю, рано или поздно он попытается вломиться в подвал. И я к этому готов. Он к этому готов. А я? К этому готов. Какой-то базар. Значит, капитан. Что-то тут замышляли с Фуллером. Хокинс, Фитцро и Фуллер. Что их связывает? Какая удача, что мне хватило ума разместить морг в подвале. Когда шум вокруг дела Хокинсов утихнет, я избавлюсь от ее вещей. А пока они будут спрятаны у всех на виду. Какой ты, блядь, умный. Додумался морг в подвал убрать, а? Надо же. Ты пиздец. А где еще моргу-то быть? Конечно же, в подвале. Не у всех же на виду. Что такое? Мне куда-то идти надо. Трупецкий. Судя по всему, подождите, что тут еще тут есть? Мы не все исследовали. Палец. Палец мы смотрели. Блять, опять забыл, как эта хрень называется. Которые цилиндры. Во, еще что-то, смотри-ка. Почему Этан принимает лекарства? Этан Брэдли, это полицейский. Нет, еще не все, мы тут... Чей туфля? Туфелька Сары. Конечно же, это связано с Сарой Хокинс. Обгоревшая туфелька, похоже, она принадлежала Саре Хокинс. Мы туфлю находили, туфлю или, блядь, находили несколько серий назад в доме. В доме Хокинсов. В той комнате, как раз где был пожар. Покинуть место происшествия. Все. Все разгадали мы здесь. Что, покидаем? Ну, пиздец, вот это замутно. Что такое? Почему я не покинул место происшествия? Все, сейчас меня, наверное, запалят, блядь, я как полагаю. Нужно вернуться в подвал. Игрушечка сохранена. Великолепно. А Грымза-то где старая? Она еще далеко? По всей видимости, да. Ладно, ребят, давайте на сегодня серию закончим. Да, надо будет идти в морг нам в предстоящем выпуске. Все, подписывайтесь, оценивайте. С вами был Малдер. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч и всем пока.